Кроватки мы уже сложили, и пришло время плотного завтрачка. Кираны сырные. Она еще имбирь любит. Очень любит имбирь. Приятного аппетита. Ну да, дуть надо. Я же их только пожарил. Хорошо, когда мы вдвоем остались, да? Ага. А не хотите попробовать со сметанкой? Я пока подую, хорошо? Вкусно? Я тебе имбирь достал, твой любимый. Да что ж такое-то? Ну другой возьми. А у меня продолжается чесночная диета. Во. Вкуснотища. Белка это наше все, да? Чьи пельмени вкуснее? Мои. Твои? Они с сыром. Угу. Вылетаем. Угу. Надкусили. Пока мы вот одни остались, ты меня слушаться сегодня будешь? Угу. Постельки ты уже помогла убрать? Да. Это ты умница. Зачем ты колобков своих достаешь? Ну, расскажи нам, как ты кушаешь пельмени? Ручку убери, покажи. Я съедаю тесто, да? Я съедаю тесто, а потом ем мясо. Так вкуснее? Угу. Точно? Угу. Так сначала остро, когда папа перец добавляет, когда он жарит. Угу. Сначала остро. А потом внутри уже не остро. Остается одно мясушко очень вкусное, да? Да. Ты так давным-давно ешь научилась, да? Да. Это получается твоя собственная уникальная технология. Можете попробовать. Да, вот покажи, что у тебя уже два колобка, да? Да. Сколько ты пельменей за день съедаешь? За раз. Угу. За день съедаю вечером. Ну, обычно да, ты вечером их ешь. Так сейчас утро. Да папа захотел. Позднее утро у нас плотный завтрак, чтобы кто-то... Не подавился. Нет, чтобы кто-то слушался, потому что нам надо будет потом уехать, да? Угу. Маму встретить. Угу. Колобков своих собираешь? Ты уже. Ты им имена не даешь, ты их просто так ешь? М? Мой один? Подожди, мне одного себя. Ну, а я тебе тоже, моим выше тебе одного. Давай. Вилочкой надави. Это тебе будет. Какого? А. Ну, без сыра, конечно же, да? Да, что-то там должен быть сыр. Угу. Съем сразу тоже. От перца горишь или от имбиря? На тебе салфеточку. От имбиря. От имбиря? Не будешь имбирь? Буду, но только по чуть-чуть. Попей. Попить соку. Обычно ты, когда садишься есть, ты... Слитришь. Расскажи, как. Как? Ты когда обычно кушать садишься, ты чуть-чуть поешь, а зато потом для вкусняшки оставляешь много места, да? Да. Ты можешь съесть чуть-чуть борщика, зато потом целую булку, да?
Могу. Угу. Как хорошо вдвоем, да, без бабушки, мамы. Да. Тихо, спокойно, да? Хочешь имбирь ешь, хочешь пельмени выколупывай. Угу. Я вот столько спела. Угу. Не спеши. Ай-яй-яй. Жулька ты хитрая. Уже 6. Ты предвкушаешь, да? Угу. А сколько будет 7? Зачем ты так много перца вылал? Ну, я себе перчил. Давай тебе помогу. А мне оставил. Даем твои пельмени, давай. Нет. Я сначала съем с них весь сыр, а потом тебе отдам. Мясо? Сыр. А, пельмени? Я съем. Угу. Сыр, а тебе может быть одна. И Колобков. Я уже их начинаю. Все мы знаем, что твоя норма 8 пельменей. Угу. Вообще-то не норма. У-у. Норма это когда 12 пельменей. А 8 это с утра, да? А сколько у меня здесь было? Ты же 6 начистила. А 6? Остальное мое. Угу. Подожди, сыр съедаем. Сыр съедаем. Сыр съедаем. Остальное мне? Каждый день. Сыр съедаем, сыр съедаем. Каждый день. Ну что, съела свою норму? Теперь осталось место для вкусняшки? Не знаю. Для этого осталось. А что же это такое? Мороженое. Будем тестить? Да. Ну хорошо. Больше папку тебе оставлю. Мне не надо оставлять, мне твоих пельменей хватило. Тогда я сама все съем. Тогда ешь сама все. С зайками со своими. А я буду твои пельмени доедать, хорошо? Угу. Договорились? Да. Какой-то оно стоит. Ну как оно тебе внешне? Как-то невкусно. Невкусное? Мороженое? Может быть невкусным? Как, такое, как мама ела. Да? Такая штука. Папа, есть другое? Нету. Оставим маме. Можешь укусить еще кусочек и все. Вот таким вот нелегким способом отучаем Киру есть сладости. Покупаем сладости, которые она не любит. Да? Он мне это за все заплатит. Деньги давай! Какие деньги? За мороженое деньги давай. А где ты хранишь свои деньги? В своей копилочке. А ну пойди посмотри, есть там деньги или нету. Есть. Угу. Угу. Обманывай. Тебя не слышно. Иди сюда. Я вообще вот не понял, что это такое? Где? Вот это. Это деньги. Это не мои деньги. А чьи? У меня было много денег. Да нет. Да. Нет. Да. Нет. Да. Может, ты еще скажешь, что тебя Кира зовут опять? Да. А не Катя. Папа, ты издеваешься? Нет. Папа. Что? Деньги со стола убираем? На стол ложить деньги нельзя. Ложи это свою... мои деньги. А чьи? У меня было много денег.
денег. И? Их украли. Кто? Кто-то. Гномики. Не знаю. Ну посмотришь. Может быть найдутся? Нет. Почему? Они не найдутся. Чё ты вообще к деньгам полезла? Ты мне сказал. Я тебе сказал что? Что за десерт я тебе деньги давать не буду. Это мне сказал, иди проверь свою копилку. Проверила? Проверила. И что? Там мало моих денег. Катя, это все твои деньги. Ты хотела на них купить домик для Барби. Планшет. Катя, ты забыла. Планшет. Катя, ты хотела купить домик для Барби. Планшет. Нет. Планшет. Домик для Барби. Планшет. Где мои деньги? Говори быстро. Катя, успокойся. Это где мои деньги? Катя, успокойся. Где мои деньги? Твои деньги в копилке, Катя. Где? В этой копилке. Ты что, издеваешься? Ты же не Кира, чтобы на планшет собирать. Вообще-то, Кира, ты издеваешься? Ты согласилась с тем, что ты Катя? Нет. Да, ты только что откликалась на Катю. Я хочу быть Кирой и хочу вернуть все свои деньги. Да вернут все твои деньги. Кто? Гномики. Мама. Взяли, сказали, до вечера. Вечером привезут. Ты издеваешься? У меня здесь много было таких денежек. Все, ложи денежки в коробочку и беги прячь свою копилку. Хорошо? Я под подушку ставлю. Хорошо. А что под подушку? Ну, там они ее не найдут. А как же они тебе деньги вернут? Я скажу то, что она под подушкой.